Книга «Открытым оком», тема «Ереси секты», вопрос 446. Почему сектанты не признают святых отцов? Откуда у них эта ересь? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. От гордости, тупости, невежества, совершенно мизерных знаний и страшного превозношения. Они просто не знают отцов, не читали их. Но если случается, что среди них встретятся люди разумные, терпеливые и трудолюбивые, и в руки им дать святого Златоуста или блаженного Феофилакта, они с благодарностью будут читать. Если у такого сектанта мужественная душа, и живет он не по принципу премудрого пискаря в рассказе Салтыкова-Щедрина, он обязательно начнет подкидывать вопросы своим братьям и сестрам. Искренние и честно ищущие души, кого я лично знаю, все они пришли в православие. Лучше всего при беседах с сектантами открывать Библию и брать затруднительные для толкования места и спрашивать их, как это понимается. Конечно, без знания святых отцов они сразу же ощущают скудость своих познаний. Святые отцы в православной церкви – это наши ангелы-хранители от сектантского суемудрия и скудоумия. Сектанты по развитию вовсе, как детдомовские ясельные дети. Они читают слова в Евангелии «Не осуждайте» и принимают их только в отношении себя и понимают их так. «Нас не осуждайте, нас не трогайте. Это великий грех, и не простится ни в всем веке, ни в собрании нашем». Тут они такие же наивные или очень тупо хитрые, как наши православные батюшки. Они этим словом постоянно, как жупелом, трясут и пылят. Не судите, то есть не троньте нас, попов. Мы Божии, нас грех трогать. Получается, что сектанты отвергли труды толкования святых отцов всех до единого. Сбросили со стола, как бы их не было. Почему? Ясно, что посчитали их лжецами православными, неправильно истолковавшими Библию, и на их место поставили свое лжетолкование, как истинное. Так разве этим самым сектанты не осудили всех святых отцов Церкви Христовой? Вот тебе и не судите. Абсолютно всех проповедников Церкви осудили, не приняли, ибо 1 Иоанна 5 глава 10 стих: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Так и сектанты, не поверившие истине, носители истины представляют лживыми, и мы, не приемля их толкованию, называем их этим самым без слов лживыми.